России запретили чествовать армянскую армию. Армяне хотели устроить грандиозный концерт в честь 30-летия создания армянской армии. Они хотели это все, как сказать, праздничное мероприятие провести в городе Воронеж. Представители местной армянской диаспоры уже подготовили афишу для мероприятия, назначенной на 28 января. Вот афиша. Однако пыл армян остудила местная мэрия. Им напомнили о недопустимости празднования юбилея армии другой страны на территории России. Одним из организаторов этого концерта был Вазген Саркисян. Он помощник был президента Армении по вопросам обороны в 92-93 годах. Один из организаторов Каджалинской резни, военный преступник. Указывало, что концерт планировался провести на 28 января в Доме культуры железнодорожников. Вот афиша, посмотрите. Друзья, впервые в Воронеже состоится концерт, посвященный 30-летию армянской национальной армии. В клубе железнодорожников 28 января в 7 часов вечера. Армяне решили праздновать свои знаменательные даты в России. Было проведено совещание, на котором пригласили представителя армянской общины в Воронеже Камо Чебаняна, попросив у него объяснений. Выяснилось, что Чебанян, как и местная армянская община, вообще ничего не знает о концерте и кто его организовал. После вмешательства мэрии концерт был перенесен на 6 февраля, а тематика полностью изменена. Теперь мероприятие будет посвящено сохранению армянского культурного наследия в России. С представителями армянской диаспоры были проведены вразумительные беседы и сделано предупреждение о недопустимости таких акций, потому что в российском городе может отмечаться юбилей только российской армии. Хвалите свою армию у себя, у нас же есть своя российская, которая охраняет в том числе и вашу армию. Россияне жестко пресекли подобные мероприятия и запретили им, так сказать, осуществлять концерты праздничные. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!